Всем привет, меня зовут Виктор, я являюсь бренд-менеджером Lego в Казахстане и хотел бы познакомить, показать, рассказать про Lego Adult. Это Lego для категории 18+, для взрослых, и здесь есть нереально крутые наборы, которые можно подарить, приобрести себе, поставить на полку. Есть разные наборы, есть вот даже Lego Art, который представлен в таком вот формате, и можно повесить на стенку. То есть собрали, поставили, повесили на стенку, и она у вас уже как картина. То есть в категории Lego 18+, есть разные франшизы. Есть Disney, есть Звездные войны. Абсолютная концепция Lego — это Lego Art, можно сказать, собственная франшиза. Есть серия архитектура, такие вот наборчики. Это те наборы, которые приятно собирать, не торопясь, вечерами, днями. Знаю по себе, что когда у вас дома есть крутой набор из серии Lego Adult, то он привлекает взгляды. Когда к вам приходят домой гости, друзья, знакомые, и они видят какую-то крутую штуку, и когда они понимают, что она еще сделана из Lego, это прям, ну, вызывает вау-эффект. Также на полке легко поместится, причем хоть и категория идет 18+, но ее также покупают Lego-фаны, дети, которые уже вовлечены в Лего, там, допустим, с ранних лет, и у них про уровень, они круто собирают, понимают ценность коллекционирования. Где-нибудь на школьном рабочем столе дома, да, может разместиться какой-нибудь вот арт-объект, архитектура. Это у нас Сингапур, Нью-Йорк, есть Лондон. То есть все достопримечательности, какие-то известные строения непосредственно городов, стран и так далее. У меня в руках вот такой вот крутой набор. Называется он «Тихий сад». Я вот недавно для себя его открыл. Увидел, он мне сразу понравился. Красиво, в японском стиле, не напрягает, радует глаз. Собирается он несложно. Лего — это полет фантазии, полет мысли. То есть вы можете его так построить, как по инструкции, можете что-то добавить, убрать, либо же совместить вообще с чем-то с другим, и у вас будет собственный арт-объект. Есть вот крутой такой набор, тоже из японской тематики. Это называется «Замок цапля». Он прям такой в минималистичных цветах выдержан, но смотрится нереально круто. Мне близка японская культура, мне она очень нравится, и для себя я тоже подчеркнул такой набор. Мне было бы приятно его получить в подарок, я думаю, как и многим взрослым. То есть такие подарки, они надолго. То есть они всегда напоминают о дарителе. Ну, я прям очень прошу, ребята, мои знакомые, кто у меня есть, друзья, вот этот набор нереально крутой. Я бы хотел у себя видеть его в коллекции. Если пробежаться по всей категории Lego Adult 18+, то здесь есть не только арт, но есть и, ну, такие новые серии, которые были придуманы, сделаны непосредственно для категории 18+, но также есть Technics. Они являются уже в категории плюс, хотя есть и стандартные для мальчиков, которые любят технику. Но вот здесь уже представлены больше, более такие объемные, мощные модели, которые, ну, очень круто будут смотреться где-то на полке, либо же на столе. Дарите, собирайте, приобретайте себе, начинайте коллекционировать. Для тех, кто думает, зачем это мне, это успокаивает нервы, а взрослым это нужно. Поэтапная сборка, инструкция, и сидишь, успокаиваешься, кайфуешь, как говорится. И каждый такой набор, вот если он сейчас стоит энную сумму, то через определенное количество времени, лет, он будет стоить еще дороже. Вот, это некая инвестиция. Взрослые меня поймут. Всем хорошего дня, удачи, хорошего настроения. До свидания.